Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Компания «Газтехмонтаж» – официальный сервисный центр завода «Грант» в Республике Коми. Предлагает свои услуги населению. Установка, демонтаж газовых счетчиков, подключение газовых колонок, плит, котлов. Пенсионерам предоставляются скидки. Всех жителей и гостей города Печоры с 18 по 24 марта приглашают в Дом быта по адресу улица Островского, 74, на ярмарку меда и продуктов пчеловодства от доброго пасечника, город Киров. Для вас будут представлены мед липовый, гречишный, донниковый, перга, прополис, воск, а также лесные орехи, сухофрукты, алтайские бальзамы, травяной алтайский чай в ассортименте. Акция: при покупке 1 кг орехов баночка меда в подарок. И это была вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Автотрейд». Фирма «Автотрейд» реализует автозапчасти отечественных производителей. ГАЗ, ПАС, УАЗ, КАМАЗ, ЕМЗ «Урал», а также автохимия, аккумуляторы за наличный и безналичный расчет. В продаже имеются подарочные сертификаты и накопительные дисконтные карты. Вас всегда рады видеть по адресам. Город Печора, улица Советская, 45, телефон 4-306. Поселок Кожва, на базе Альфа-Транса, телефон 43-37. Также на базе для владельцев грузовых и легковых автомобилей работает шиномонтажная мастерская. Телефон 42-38. По сообщениям синоптиков, завтра, 18 марта, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, мокрый снег, ветер южный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 6, минус 8, а завтра днем 0, плюс 2. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом формате. Вы смотрели прогноз погоды. С вами был Антон Торопов. Всего доброго. До свидания.